Lo primero que quiero decir es felicitar al Во-первых, хотел бы поздравить соперника с выходом в финал, пожелать ему удачи в финале. Что касается игры, то мы очень быстро пропустили гол после передачи с фланга. Затем мы перехватили инициативу, у нас были голевые моменты, мы сравняли счет, упустили возможность выйти вперед, не забили пенальти. Было еще достаточно большое количество моментов, но были неточны, не реализовали эти моменты. Мы очень расстроены, очень хотели выйти в финал, с большим желанием отнеслись к этому матчу. Нам очень больно, что нам это сделать не удалось. Первое, на чем я сейчас сконцентрирован, это подготовка к следующему матчу. Действительно, у нас неудачное положение в турнирной таблице. Однако мы будем бороться и максимально выкладываться, чтобы заработать максимальное количество очков в 9 турах, которые остались. У команды сейчас сложный момент. Нужно выдержать, нужно быть сильными. Я понимаю, что такие вопросы будут задавать, и эти вопросы тоже нужно выдержать. Я буду продолжать работать, буду продолжать выкладываться. И сейчас мои мысли сосредоточены только на подготовке к следующей игре. Мы посчитали необходимым выпустить Кареденіза именно в этот момент, чтобы освежить атаку. Потому что к этому моменту Максим Листьен устал. До этого времени Листьен выглядел достаточно неплохо. Мы посчитали, что с Листьеном на поле наша атака будет действовать результативно. Безусловно, после поражения всегда будут такие комментарии. Они закономерны. Их можно понять, их нужно выдержать. Сейчас это высказывается на фоне поражения. Если результат плохой, эти действия подвергаются критике. Если результат хороший, о них не вспоминают. Решение по заменам принимает тренер, и тренер берет на себя ответственность. Действительно, пенальти Жонатаса – это был ключевой момент матча, потому что если бы мы забили, то вышли бы вперед, и игра пошла бы по другому сценарию. Но даже этот гол не гарантировал бы удачный исход. Мы верим в футболиста, все могут ошибиться, многие не забивают пенальти. Да, это был важный момент, и он мог сказаться на ходе матча. Но такое случается. Безусловно, мы чувствуем большую боль, и нам очень обидно, что матч завершился так.